Была свалка, стала благоустроенная территория. Были дороги убиты, стали ровные и отремонтированные. Результаты работы Общероссийского народного фронта в формате фотопротокола. На набережной Самары представили выставку ОНФ «В моем регионе». В 120 фотографиях рассказ о проектах народного фронта. В год экологии особое внимание природе Общероссийский народный фронт создал проект «Генеральная уборка» и сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», где каждый житель может отметить места нелегального складирования мусора. Результаты работы уже налицо. В Самарском регионе муниципальные власти вместе с общественниками уже ликвидировали больше сотни свалок. Кроме того, активистов приглашают и поучаствовать в уборке на Волжских берегах. Самые активные волонтеры могут найти себя на фотографиях. Количество волонтеров, которые участвуют в уборке по линии Народного фронта, увеличилось в 5 раз. Проявить активную гражданскую позицию и принять участие в проектах приглашают всех жителей области. Мы смогли в этом году почистить заволжские территории. Более 50 километров прибрежной линии. Я думаю, что для нас, волжан, это очень серьезное подспорье. И уже сейчас, можно сказать, что в завершении нашего летнего сезона мы почистили и Студеный овраг, мы почистили Октябрьский спуск. То есть у нас Волга реально становится чище. В фотографиях рассказ об основных проектах Народного фронта. Это и дорожная инспекция, и формирование комфортной городской среды, и народная оценка качества. Народная оценка качества, где может каждый житель зайти на сайт «Нар-оценка» и оставить свой отзыв о поликлиниках, о больницах, о школах. Он будет полностью независим, будет анонимный, и в конце будет формироваться общественная оценка деятельности медицинских образовательных учреждений. 19 августа фотовыставка будет представлена в Тольятти, а осенью обоснуется в ДК Литвинова в Самаре. В социальных сетях фотографии из регионов можно найти под хэштегом «ОНФ в моем регионе». Марина Кравцова, Константин Головин. События.